Сегодня я вам расскажу 10 обалденных лайфхаков с едой. Поехали! Съели что-то слишком острое? Пейте молоко. Оно нейтрализует любой острый вкус во рту. Хотите оторвать наклейку или этикетку? Опрыскайте ее одеколоном или жидкостью, содержащей алкоголь. Алкоголь разъест клей, и вы легко ее отклеите. Кушайте медленно. Это поможет вам похудеть, позволит наслаждаться едой, уменьшить стресс, и к тому же, так лучше усваивается пища. Если вы вегетарианец, не пытайтесь сделать вегетарианцами своих домашних животных. Это может убить их. Перед тем, как просто заглянуть в холодильник, выпейте стакан воды. Это остановит вас от попытки чем-нибудь перекусить. Кушайте помидоры. От их употребления шансы получить солнечный ожог уменьшаются. Продуктовые магазины выкладывают свои товары по сроку годности. Чем дальше, тем свежее. Чтобы твои перцы и помидоры долго не портились, проложи дно отделения для овощей вафельным полотенцем. Оно впитает лишнюю влагу. Если тебе нужна пара капель лимонного сока, то не надо резать лимон на два кусочка. Просто проделай в нем дырку и выжимай. Чтобы грибы не покрывались слизью, как чужой, перед тем, как положить их в холодильник, обмотай их полотенцем. Если вы хотите вернуть холодной пицце первозданный аромат и вкус, подогрейте ее на сковородке, а не в микроволновке. Перед варкой проткните скорлупу яйца канцелярской кнопкой, чтобы потом можно было легко его очистить. На этом все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки и напишите в комментарии, какой лайфхак вам больше понравился. А также не забудьте подписаться на канал.